Hey, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы продолжаем с вами проходить различные строительные челленджи, и сегодня нас с вами ждет кое-что интересненькое. Сегодня мы с вами попробуем построить домик, используя определенную цветовую палитру. Мы с вами так уже делали на одном стриме, многим ребятам понравился такой формат. Я выбрала несколько достаточно сложных, на мой взгляд, палитр с точки зрения Sims 4, потому что вы знаете, у нас иногда бывают проблемы тут с цветами. Я бросила кубик, и мне выпала палитра, которую вы сейчас видите на экране. Я надеюсь, что при монтаже я не забуду ее добавить, и сегодня с вот этими цветами мы попробуем построить домик. А вы, ребят, напишите в комментариях, какая из палитр вам еще понравилась, и, возможно, в следующем ролике я попробую построить еще один домик с той палитрой, которая понравилась вам больше всего. Когда я увидела палитру, которая мне выпала, я решила, что нужно домик разместить в Oasis Springs. Причем мне кажется, что нужно его построить в стиле домиков из Oasis Springs, но есть одна проблемка. Мне нужен участок вытянутый, а, к сожалению, в Oasis Springs все участки вот такие. Я думаю, что ничего страшного в том, что мы с вами на 90 градусов развернем этот участок, и сейчас нам с вами нужно построить коробку, а затем мы с вами уже перейдем к цветам. Ну что, ребят, в итоге у меня получился вот такой домик. Я решила сразу же использовать зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, и давайте, наверное, сразу же добавим какие-то растения на входе. Я думаю, что мы можем здесь вот такую вот агаву посадить, здесь у нас тоже будет агава, здесь и вот здесь. Ну а вот здесь я предлагаю посадить какое-то дерево, и может быть даже не одно. Давайте, может быть, возьмем вот такой вот кипарис и, наверное, еще один, только поменьше. Значит, ты у нас будешь... Давайте пониже опустимся, еще ниже, вот. Давайте одно дерево у нас будет здесь, а второе будет вот здесь. Я надеюсь, что они не пересекаются, но почему ты пересекаешься? Не надо, давай-ка тогда ты иди вот сюда, а ты у нас разворачивайся, и вот так уже, мне кажется, будет получше. Все, прекрасно. Можно будет еще несколько кипарисов вдоль этого дома разместить, но сначала давайте все-таки займемся, наверное, окнами, потому что тут как-то внутри темновато. Итак, давайте посмотрим. Здесь у нас будет кухня, столовая, гостиная, здесь у нас прихожая. Здесь у нас, кстати, небольшой коридорчик, давайте сразу же уберем здесь стенки. Здесь ванная комната номер один, здесь ванная комната номер два, здесь небольшая гардеробная, мастер-бедрум, и здесь будет детская комната. Я сразу же выбрала цвета необходимые, и давайте, наверное, начнем с окон. Я хочу здесь добавить большие, красивые окна, и, кстати, у нас есть окна, которые просто идеально сюда подойдут. Ну вот, например, есть вот такие вот красные. Но я бы хотела все-таки оранжевые. У нас же вроде как есть... Нет, не будем красные, я хочу оранжевые. Оранжевые, по-моему, у нас есть в базовой игре, если я не ошибаюсь. Ребят. Ну вот как раз то, о чем я и говорила, но я хочу большие. Раз я сейчас использую базовую игру, давайте сразу же ее и выберем. У нас есть еще небольшие окошки. Кстати, на кухне можно вот такие окна разместить. А ну-ка давай, раз и два. Вот здесь у нас будут вот такие окна. Такие же окна мы можем и в ванной комнате разместить. И, наверное, здесь у нас будет раз, и здесь у нас будет два. Мне нужны еще вот эти вот огромные окна. Я хочу добавить огромное окно, наверное. Где у нас эти окна? Вот здесь у нас будет раз, два. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получается. Слушайте, а давайте мы, наверное, даже не так сделаем. Раз, два. Я хочу, чтобы все-таки была какая-то симметрия. Значит, здесь у нас будет раз окно, здесь у нас будет два окно, и, наверное, мы еще окна добавим с этой стороны. Но мне кажется, что все-таки здесь должна быть какая-то симметрия. Теперь давайте займемся полом, и мне кажется, что сюда идеально подойдет вот такое покрытие. Значит, у нас здесь будет такое покрытие, здесь, ну а тут нам нужна какая-то плитка. Можно, кстати, взять вот такую плитку, можно взять вот такую, можно взять... Слушайте, а может быть вот эту? Так, ребят, теперь стены... Стены, и начинается самое сложное. Мне почему-то кажется, что в этой комнате мы с вами можем разместить, например, какое-то дерево. Ну вот не знаю, мне почему-то нравится вот это покрытие. А вот для кухни давайте, может быть, возьмем зеленую плитку. Мне кажется, что она должна сюда очень даже неплохо подойти. Размещаем, размещаем. Ну и здесь мы, наверное, с вами опять-таки используем вот эту елочку. Для спальни я хочу взять вот такое деревянное покрытие. А вот в детской мы с вами можем, например, использовать, может быть, какие-то симпатичные обои. Нет, эти я не хочу. Эти, кстати, смотрятся очень даже неплохо. Можно взять вот и...
Слушайте, а может быть вот эти? Может быть какую-то... Давайте какую-то стенку, вот эту, например, выделим. Это же просто идеальный вариант. Тогда другие стенки у нас будут, например, желтые или вот такие вот зеленые. Вот смотрите, с этим желтым сочетается? Сочетается. Я хочу сначала, наверное, все-таки кухню разместить. И давайте мы, наверное, знаете, какую кухню возьмем? Что у нас есть зеленое или желтое? Смотрите, у нас тут оранжевые окна, зеленая стенка. Может быть, желтую кухню возьмем? No. Не хочу. Такую тоже. О, слушайте, а может быть вот эту? У нас есть как раз такая желтая, у нас есть оранжевая. Но оранжевую не хочу, понимаете, у нас там оранжевый, тут оранжевый. Красный, so-so. Давайте возьмем, ребят. Зеленая будет теряться, как вы понимаете. Но, кстати, очень красивый такой, знаете, насыщенный зеленый. Ребят, мне кажется, что мы нашли просто идеальную. Давайте возьмем вот эту кухню. Вот что вы думаете по этому поводу? Я понимаю, что вы мне сейчас не можете написать, но... Ладно, возьмем желтый. Возьмем все-таки желтый, потому что если у нас все тут будет выбиваться... Блин, ну мне нравится оранжевый. Мне нравится оранжевый. А давайте оранжевый возьмем, ребят. Ну давайте, у нас сегодня будет яркий, необычный домик. Теперь мне нужны... Нужны желтые вот такие вот тумбочки. И я хочу разместить одну тумбочку, наверное, вот здесь. Вторая у нас будет вот здесь. И третья у нас будет вот здесь. Плита у нас как раз есть оранжевая. Ну, раз там оранжевый, тут оранжевый. Персик. Так, и тогда мы можем взять вот эту вот настольную... Слушайте, давайте тогда настольную печь. А у нас есть какая-то более оранжевая настольная? Это самая оранжевая из всех оранжевых. Окей, берем тогда вот эту, и мы можем ее поставить, например, вот здесь. Здесь у нас будут шкафчики, здесь у нас окошки. Кстати, давайте, может быть, пониже их опустим. Мне кажется, так будет посимпатичней. Теперь давайте посмотрим, что мы можем добавить из другой техники. Кстати, у нас есть еще микроволновка, но я не знаю. У нас тут есть как бы вот эта печка, может не добавлять микроволновку. Зато обязательно кофемашину. Без кофемашины это будет неполный дом. Я просто очень сильно люблю кофе, поэтому... No. Без кофе у нас тут ничего не получится. А куда мне... Слушайте, давайте здесь посудомойку. Я понимаю, что оно выглядит трошки дымно, но шупоробыш, у нас нет другого места. Точнее, нет, у нас место-то есть, но мне кажется, что она будет выбиваться. Давайте возьмем вот эти. Тут есть и желтый, и зеленый. Перфект! Ребята, как вам вот этот вот круглый зеленый? У нас есть такой красный. Давайте красный. Ребята, давайте красный. У нас есть зеленый, у нас есть желтый, у нас есть оранжевый. Давайте вот такой вот красный здесь разместим. Красный. Я только хотела сказать, что у нас есть желтый, у нас есть красный, зеленый и персиковый царапанный. No. Не хочу. Давайте тогда посмотрим. Может быть вот такой... Да. Знаете, я думаю, что в этой комнате я добавлять шторы не буду. Мы можем вот эти шторы добавить, например, вот в этой спальне. А вот мне кажется, что в гостиной, в столовой... Наверное, не стоит. Ну, не вижу я их тут. Теперь мне хочется добавить здесь какой-то коврик. Причем у нас есть желтый, зеленый, красный. Давайте возьмем какой-нибудь оранжевый. Можно вот такую вот смайли-тыкву, но нет. Давайте без смайли. О, давайте вот такой вот коврик. Мне нужен камин. Я понимаю, что домик у нас в Oasis Springs, и, возможно, здесь не бывает холодно. А вдруг будет холодно? И кто будет виноват, что я не добавила камин? Конечно же, я. Давайте, может быть, возьмем какой-нибудь... Ну, либо вот такой... Либо мы с вами можем взять желтенький. Давайте возьмем, наверное, желтенький камин. И здесь я хочу добавить какие-то книжные полки. И вот с книжными полками, я так понимаю, что проблем вообще не будет. Потому что у нас тут достаточно много классных книжных полок. У нас есть, кстати, вот такие... Слушайте. А может быть нам с вами взять... А ну-ка, давай глянем. Давай. Ниже. Ну, это персик. No. Можно, кстати, ребята, давайте возьмем, давайте вот такие вот книжные полки, объясняю почему. Во-первых, они просто идеально вписываются, смотрите, и с вот этими окнами, ну и в принципе они такие, знаете, достаточно стильные, поэтому я думаю, что я сейчас выберу, ну это мы брать не будем, я думаю, что я возьму как раз вот именно те полки. Ну это мята. Давайте перейдем с вами вот сюда, и мы сейчас с вами на улице должны добавить кое-какие колонны. Смотрите, у нас есть вот такие вот офигенные, где они у нас? Ну где? Ну они же здесь находятся, вот эти колонны. Во-первых, поднимаемся выше, можно, ну розовый с желтым вряд ли, это у нас что? Это слишком высокие, вот эти колонны я хочу добавить, это у нас вообще что? Это у нас колонны или я их неправильно называю?
Где они у нас? Скульптура. Это скульптура, ребят. Но у нас будет раз и два. Вот здесь у нас будет вот такая вот скульптура. И вот с этой стороны я тоже хочу добавить раз, два, три, четыре. И давайте вот так вот пять. Мне кажется, смотрится неплохо. И с вот этой стороны раз, два и три. Да, у нас тут не будет симметрии. Ну что, у нас получается вот такая гостиная. Теперь давайте подберем диванчик. Знаете, какой я хочу взять диванчик? Диванчик из пути к славе. У нас как раз есть вот такой вот светло-зеленый. Есть вот такой зеленый. Есть красный, оранжевый, коричневый. В общем, какой хотите. Я возьму, наверное, вот этот диванчик. И мы, наверное, его трошки дальше передвинем. Еще нам с вами нужно взять кресло. Давайте посмотрим, может быть, у нас есть что-нибудь. Блин, мне вот это нравится. Ребята, я хочу вот это кресло добавить, только я пока не знаю где. Может быть, вот это кресло мы с вами в спальне добавим? Давайте у нас будет одно кресло здесь, а второе вот здесь. И ты, пожалуйста, иди вот сюда. Я вам рекомендую пробовать различные строительные челленджи, потому что, как вы видите, всегда можно открыть что-то новенькое для себя. Итак, давайте глянем. У нас есть вот такое вот кресло. Ну и, в принципе, вот это. Давайте, наверное, вот это возьмем. Ребят. Мне кажется, что это кресло нам подойдет. Очень даже неплохо. Только давайте, наверное, с этой стороны, потому что с той стороны у нас все-таки выход на улицу. Теперь нам нужен какой-то коврик. Значит, у нас есть зеленый, желтый, может быть, какой-то оранжевый. Но у нас тут нет таких вот прям симпатичных оранжевых. У нас они есть либо в сочетании с какими-то другими цветами, которые нам не подходят. Ну, кстати, а может быть, возьмем... Вот такой зеленый. Мы можем с вами еще добавить здесь какие-то растения. Давайте какой-то, может быть, модный светильник. Вот прям супер-пупер-мега-модный светильник. Я бы его, наверное, поставила вот здесь, может быть. Давайте посмотрим. У нас есть... Ну, нет. У нас такого нет. Можно взять... Нет. Это тоже нельзя взять. Давайте, может быть, вот этот. А давайте разместим пианино. Но тогда мы пианино можем поставить вот здесь. Ну и тогда нам придется опять-таки делать полную перестановку. Тогда мы берем вот эту вот лампу, ставим здесь. Здесь у нас будет раз, здесь у нас будет два. Я надеюсь, что они смогут здесь пройти. Вот так, потом вот так. Здесь у нас будет вот такое растение. И, кстати, давайте, может быть, мы с вами часы добавим. Мне кажется, что вот такие вот часики будут смотреться очень даже неплохо. Можно здесь их повесить, а можно, например, вот здесь. А у нас есть зеленые. Зеленые. Но это не тот зеленый. Давайте тогда вот такие вот возьмем. Я хотела на стенку повесить телевизор, но, к сожалению, по цвету подходящего телевизора у нас нет, поэтому мне пришлось разместить вот такой вот антикварный. Давайте, может быть, здесь повесим вот такую вот картинку, я потом добавлю еще какие-нибудь симпатичные украшения. И знаете, что-то мне подсказывает, что кухня у нас какая-то пустая. Может быть, нам стоит добавить какие-то украшения? Правда, я не знаю, у нас тут есть вот декоративные клубочки. А, вот, ребят, у нас есть подставка под посуду, все, супер. Только давайте мы сделаем хоп. И вот так вот, трошки ближе передвинем. У нас еще есть, о, чай, конечно, ребят. Давайте здесь у нас будет чай. И я так понимаю, что все, да? У нас напряженка с этими цветами. Кстати, корзинка, корзинка. Здесь у нас будет корзинка. Теперь давайте займемся спальней. И я уже знаю, какая здесь должна быть кровать. Здесь должна быть кровать из пути к славе. Согласитесь, она будет смотреться здесь просто идеально. Вот, например, такая, но тут не тот зеленый. Вот такую, может быть, нам с вами взять. Это нет. Это мне тоже меньше нравится. Давайте возьмем вот эту. Только вот где бы ее разместить? Может быть, вот здесь? Я решила вот такую вот зеленую стенку добавить. Можно вот здесь. Вот прям здесь. Поставить вот эту кровать. У нас здесь получается вот такие вот зелененькие креслица. Давайте, может быть, даже вот так вот их как-то разместим. Вот здесь будет комод. И, кстати, ребят, у нас же есть музыкальный проигрыватель из этого набора. А ну-ка, давайте посмотрим. Он же просто идеально нам подойдет. Вот этот. Давайте возьмем или вот этот, или вот этот. Давайте, наверное, вот этот вот возьмем проигрыватель, и мы с вами можем его, например, вот здесь разместить. А я думаю, чего здесь не хватает? По-моему, я нашла неплохой, подходящий нам по цвету вариант. Так, теперь мне нужен какой-то ковер. Давайте посмотрим. У нас тут много зеленого, много оранжевого. Давайте, может быть, либо желтый, либо красный ковер. Есть, конечно, вот такой вот зеленый, но я его брать не буду. Есть вот такой. Слушайте, а может быть, вот такой вот яркий ковер взять? Давайте мы его уменьшим. И вот здесь у нас будет вот такой вот коврик. Причем мы можем... Ну, развернись, пожалуйста. Вот. Мы можем вот здесь его разместить. И, в принципе, получается очень даже неплохо. Ребят,
Давайте вот такое вот красненькое возьмем. Мы его с вами никогда, по-моему, не размещали. Ну, я имею в виду красного цвета. Хай будет у нас здесь красненькое зеркало. Еще я хочу какой-то светильник. Вот мне кажется, либо здесь светильник должен быть, либо же какой-то столик. Так, едь сюда. Ты у нас здесь. Можно светильник здесь поставить? А ну-ка, давайте посмотрим. Светильники, светильники, светильники. Мне нужно что-то минималистичное, может быть, желтого цвета, потому что, смотрите, здесь у нас красный, оранжевый, зеленый, может быть, что-нибудь желтенькое. Желтенькая игра, обрадуй меня, пожалуйста. Скажи, что у нас есть какой-нибудь красивый желтый светильник. Я что-то вообще не вижу напольных светильников. Напольных? А, вот и напольные светильники. Что-то я разогналась. Ну, нет. Вот видите, тут с желтым тоже уже проблемы появились. Я-то думала, у нас проблемы только с зеленым, но нет. Можно, конечно, котика, но... Котик с котик, ты сюда не подходишь. Эта палка мне не особо здесь нравится. Можно взять золотой. О, ребят, а ну-ка. Ну почему есть оранжевый, зеленый, красный? Слушайте, тогда давайте не зеленые кресла, давайте возьмем желтые. Но они белые, а я хочу, чтобы у нас здесь было дерево. Красный, оранжевый. Ладно, будем терпеть с вами вот такой вот оранжевый светильник. Ну а здесь я решила разместить импровизированный туалетный столик. Давайте, может быть, добавим какую-нибудь косметику, ну и, в принципе, вот здесь у нас будет мобильный телефон, и, в принципе, у нас уже готова спальня. Так, здесь у нас будут какие-то косметические средства. Ну куда? Куда вы прыгаете? Ну почему нужно куда-то обязательно прыгать? Ванная комната. И знаете, мне кажется, сюда идеально подойдет вот эта ванна. Давайте мы ее здесь добавим. Только давайте, может быть, вот сюда мы ее переставим. И я хотела бы, может быть, бамбук. Слушайте, а может быть, сзади мы там бамбук разместим? Можно, конечно, взять вот этот, но у нас есть еще очень симпатичный вариант в виде вот таких вот подвесных растений. Ребят, я не знаю. Слушайте, давайте возьмем. Ну, экспериментировать сегодня так экспериментировать. Не понравится, потом, если что, удалим. И вот здесь у нас будет ванна. Только я хочу ее вот сюда прям встроить. Вот. Ты иди, пожалуйста, сюда. Вот. И ты, пожалуйста, иди сюда. Perfect. Здесь у нас все perfect. Вот. Смотрите, у нас ванна в зелени получается. Теперь давайте, наверное, может быть, добавим какие-нибудь полотенца. Можно какие-нибудь мочалки. Вот здесь у нас будет полотенце. Вот так вот у нас будет полотенце. Еще я бы хотела, может быть, добавить... Давайте посмотрим. Халатики. Обязательно. И тут, ребята, у нас проблемы. У нас есть желтый, зеленый и все. Но мне не нужен персиковый. И мне не нужен бежевый, не хочу. Приплыли ежики. Ладно, будет у нас два халата. Окей, придется смириться. Тогда давайте мы здесь, может быть, мочалку хотя бы разместим. Слушайте, а может сюда передвинуть все-таки? Давайте сюда, наверное, передвинем. Ну, я понимаю, что, может быть, кто-то хочет, чтобы здесь у нас было симметрично. Ребят, я тоже хочу, чтобы здесь было симметрично, но понимаете. Все-таки мне кажется, что лучше вот сюда передвинуть. Здесь у нас будут раковины. Я решила взять из пути к славе. И, слушайте, смотрится очень даже неплохо. Нам еще нужен унитаз. Нам еще нужен унитаз. Здесь можно, например, шкафчики какие-то. А вот здесь можно, кстати, унитаз. И у нас есть зеленый. Ребята, давайте у нас будет зеленый унитаз. Я предлагаю перейти вот сюда. Может быть, у нас есть... Переходим с вами из стола и тумбы. Можно посмотреть, что у нас тут есть из шкафчиков. Ну, нет, это вообще-то не шкафчики. Есть вот такие. Есть у нас какие еще? У нас есть вот. Слушайте, а давайте, может быть, вот такой вариант возьмем. Ладно, я решила сделать небольшую перестановку. Я решила поменять вот эти раковины. И теперь нам с вами нужно добавить какое-нибудь зеркало. Можно взять вот это вот оранжевое, но оно мне здесь не очень нравится. Можно, кстати, взять вот такое вот зеркало. Ну, либо же можно взять, кстати, может быть, вот такое. Одно на две раковины. Или, кстати, вот это. Но мне бы здесь желательно какое-то зеленое. Неплохое, но я его брать точно не буду. А у нас вообще есть какие-то цветные? Ну, есть вот такие вот с подсветкой, но подсветка мне тоже so-so. Это нам с вами все не подойдет. Это какие-то кактусы. Зачем нам здесь кактусы? Понятия не имею. О, нет, не о. Мы не будем такое брать зеркало. Это тоже какое-то облезлое. У нас же тут все новое, поэтому... О, зелененькое, ребят. Давайте будем переходить к вот этой ванной комнате. И здесь у нас должна быть и прачечная, и ванная комната. И вот тут я бы хотела использовать, наверное, тумбочки. Мы, наверное, с вами возьмем вот эти вот желтые. Раз, два,
И здесь мы не будем 3 добавлять. Здесь у нас с вами будет стоять стиральная машинка и, наверное, сушилка. Я вот думаю, нам с вами их как разместить? Нам их ставить друг на друга или же все-таки рядышком? Вот видите, у нас есть 1 и 2. Может быть, все-таки вот так мы с вами их оставим? Я бы хотела вот в этой ванной комнате добавить, наверное, ванну. Наверное, тоже душевую. Ну и, скорее всего, нам придется брать то же самое, что мы с вами уже использовали, потому что, ну, как-то в разном стиле все это добавлять, ну, so-so. Значит, здесь у нас будет ванна. Мы с вами возьмем какую-нибудь полочку. Давайте, может быть, вот эту вот... Нет, не хочу вот эту. Давайте возьмем вот эту вот полочку. Рядышком, наверное, повесим халаты. Вот здесь у нас будет... Ну, это не желтый халат, я хочу желтый. Вот здесь у нас будет желтый, давайте желтый и красный. Это не красный, нет, ребят, давайте тогда зеленый. Нет, 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 здесь у нас будут вот такие вот халатики. Так, я вот думаю, нам с вами раковины отдельно или же нет? Или же раковины мы здесь разместим? Я просто думала здесь вообще просто 2 тумбочки оставить, может быть, на них там какие-нибудь вещи разместить, но I don't know. Так, здесь у нас будет тогда корзинка. С этой стороны мы с вами можем тогда душевую. Давайте мы вот здесь вот душевую разместим, только мне нужна не эта душевая, а мне нужна вот эта, получается. Да, видите, тут как бы есть желтый, есть красный, коричневый, поэтому окей, ты нам подходишь, проходи. Значит, здесь у нас будет вот такая вот раковина. Теперь давайте посмотрим, что у нас по полочкам. Я не уверена, что у нас есть что-то подходящее для нашей прачечной. Так, а у нас есть многоуровневая полка, ну нет, она нам не подойдет. И у нас есть, кстати, вот такие вот крем и мыло. Я бы, наверное, взяла гладилку, но нам ее негде размещать, поэтому здесь у нас будет фен. Потом мы с вами... Кстати, у нас есть вот такие вот... Слушайте, может быть, вот эти взять корзины? Причем, о, зеленые. Не, мне красная как-то больше нравится. А полочки? Вот, ребят, у нас есть желтые. Ну, наконец-то, хоть что-то у нас есть желтое. Ну что, ребят, у нас осталась последняя комната, и я предлагаю подготовить ее для 2 детишек. Я уже пробежалась по всем кроваткам, и знаете, мне очень нравится вот эта кровать. Я предлагаю разместить 2 кровати вот здесь. Значит, что нам с вами еще здесь понадобится? Нам, понятное дело, что понадобится шкаф. Я предлагаю шкаф разместить где-то здесь. Давайте глянем, что у нас есть по цветам. Кстати, можно взять вот такой вот красненький шкафчик. Можно взять вот такой желтый, но мне кажется, у нас тут желтого слишком много. Поэтому давайте, наверное, пока что желтый отложим. Я еще недавно жаловалась вам на то, что у нас крайне мало желтого цвета. Нет, ребят, в этой комнате у нас желтого очень много. Здесь у нас будет шкаф. Давайте рядышком может быть какое-нибудь зеленое зеркало. А ну давай посмотрим. О, перфект, ребята. Перфектное зеленое зеркало. Нам теперь с вами нужно где-то разместить... Слушайте, а давайте вот здесь столики поставим. Вы посмотрите, какой интересный столик я нашла. Предлагаю поставить 1 столик здесь, а второй у нас будет, например, вот здесь находиться. Теперь нам нужны стульчики. Стульчики, стульчики, стульчики. Зеленые. Все-таки я решила переставить эти столики, потому что мне не очень нравится, что один у нас тут, другой у нас тут. Здесь у нас будет вот такая вот небольшая игровая зона. Здесь у нас будет зона для домашнего задания. Я хочу здесь какой-нибудь еще, может быть, шкафчик поставить. Шкафчик, шкафчик. Нет. Такой облезлый мы точно ставить не будем. Можно взять вот такой шкафчик, либо можно... Кстати, давайте соберем... Слушайте. А давайте сами соберем здесь один шкафчик, и мне нужен вот тут второй. Слушайте, а получилось очень даже неплохо, на мой взгляд. С этой стороны давайте разместим настольную игру с космическими монстрами. У нас как раз вот такая вот зелененькая. Давайте вот так вот развернем, и она у нас будет, ну, наверное, здесь. Вроде же пройти можно? Можно. Или давайте, наверное, вот так вот ровненько. Оп, прекрасно. Предлагаю добавить еще несколько игрушек, может быть, какие-то кресла. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть из кресел. Кресло, 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 может быть, какие-то мягкие пуфики, что-нибудь такое вот веселенькое. Слушайте, мне нравятся вот эти. Давайте одно желтенькое, одно оранжевое. Мы как раз вот здесь... Слушайте, у меня идея появилась. А может быть нам с вами... Давайте пока что уберем вот эту игру. Я бы хотела телевизор здесь разместить. Может быть нам с вами взять. А давайте мы с вами, знаете, как сделаем? Ты иди сюда, ты иди сюда. Мы вот так вот под углом, вот тут вот. Можем поставить телевизор. Давайте вот такие вот повесим плакатики. Нет, нам нужен вот такой плакат. Ну и, в принципе, здесь можно какую-нибудь небольшую симпатичную картинку. Небольшая симпатичная картинка, и Даша уехала в огромные картины. Нет, поехали наверх. Может быть, либо какой-нибудь постер, действительно. Либо же... О, смотрите.
у нас тут есть какие-то вот такие вот постеры, тогда мы можем вот сюда передвинуть вот это дерево, и вот тут у нас будет какая-нибудь такая вот сумасшедшая рыбка. У нас будут вот такие вот симпатичные планшеты, ребята, мне так нравится. Вот этот коврик. Я тоже хочу себе такой коврик. Ставьте лайк, кто тоже хочет себе такой коврик. Давайте посмотрим, чего еще здесь не хватает. Я предлагаю, может быть, здесь какую-нибудь или картинку, или постер повесить. И, в принципе, у нас уже практически готов дом. Мне останется трошки позаниматься с прихожей. О, вот такие у нас тут будут рисунки. И дом уже будет готов. Ну что, ребят, домик уже готов. Я предлагаю отправляться на экскурсию. Я очень надеюсь, что вам понравится то, что у нас в итоге получилось, и вы поддержите ролик лайком. Ну а мы с вами заходим и попадаем в прихожую. Из прихожей мы с вами проходим на кухню. И, кстати, кухня мне прям очень понравилась. Здесь у нас небольшая столовая, а здесь у нас яркая гостиная. Проходим с вами вот сюда, поворачиваем направо. И здесь у нас находится ванная комната. Проходим с вами вот сюда, и здесь у нас мастер bedroom. И, кстати, мне очень нравятся вот эти вот живые стены, ребят, это же живые стены. Я их крайне редко использую, но думаю, что нужно их использовать почаще. Проходим с вами вот сюда, здесь у нас небольшая гардеробная. Здесь у нас еще одна ванная комната. Отсюда мы с вами можем пройти вот сюда и попадаем в вот такой вот небольшой дворик. Проходим сюда, и здесь у нас детская. И детская мне тоже прям очень и очень сильно понравилась. Ну что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого домика. И, конечно же, напишите, какой домик вы бы хотели еще увидеть из тех, что я вам предлагала в самом начале. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока!